В этом видео хочу вам показать, как буду сажать лук, чтобы было идеально ровно грядки. Вот как трафарет, я только что мимо шел и нашел вот такую сетку. У меня, мы заливали там полы, и осталась для фундамента вот такая сетка. Если сажать лучок в каждую серединку, да, то потом будет все ровненько. Вот так буду сажать. Потом передвину ее, все будет идеально ровно. Всем пока.